Внимание! Мешает реклама, появляющаяся снизу. Просто нажмите на крестик в правом верхнем углу появившегося модуля. Спокойного просмотра. Добрый день! С вами снова Валерий Иванов, и сегодня я хочу рассказать вам о замечательных изменениях в проекте Argent Global Network, которые произошли за последние пару дней. Все партнеры наверняка получили письма, где имеется инструкция на английском языке и информация о том, что появился новый способ ввода и, самое главное, вывода денег. И что больше всего обрадовало партнеров из России, то, что появилась возможность выводить деньги прямо на Kiwi кошелек. Я считаю, это просто замечательная возможность. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Ролик, который нам прислали, ну, я считаю, совершенно жуткого качества на английском языке. И давайте я попробую внести некоторую ясность в то, что происходит и как этим пользоваться. Заходим в бэк-офис, дашборд, наша главная приборная панель, как обычно, и выбираем раздел «Трансфер фонд», «Отправить деньги». Именно в этом разделе имеется ссылочка, вот посмотрите, «iPayout Registration». Нажимаем сюда, открывается новое окно. Дальше проверяем, все ли поля заполнены. «Username», «First name», «Last name». Вот видите, стоит звездочка, нужно будет заполнить. «Пароль». Пароль вводим. Вводим либо новый пароль, либо тот пароль, который у вас имеется от бэк-офиса. Дальше регистр. После этого идем в свой почтовый ящик, который у нас зарегистрирован, и проверяем почту. Вам должно прийти письмо активации. Да, вот оно пришло. E-wallet. Argent Global Network. Открываем это письмо и проходим вот по этой ссылочке синей активации. Ну, я пользуюсь почтовым клиентом, я много раз уже об этом говорил. Вы, если проверяете через веб-интерфейс почту, то, соответственно, у вас будет на вашем сервере такое письмо. Кликайте по ссылке и вываливайтесь уже на страницу iPayWallet. Дальше нажимаем кнопочку Continue, продолжить. И здесь теперь вводим логин и пароль, те, которые у вас были введены до этого, ваш регистрационный. Логин. Вошли в кабинет. Все отлично, здесь вы можете выбрать русский язык. Пожалуйста, к счастью, компания позаботилась о нас и сделала в бэк-офисе русский язык, за что и огромное спасибо, я считаю, потому что не все говорят на английском. Вот, дальше у нас начинается ознакомление с языком и установка, регистрация самого кошелька. Дальше идем уже на русском языке, все достаточно просто. Вот здесь у нас представлены тарифы. Тарифы, я вам скажу, божеские, особенно если учесть, что тарифы взимаются только в период, когда вы работаете. Если вы не работаете, если вы не заводите и не выводите в этом месяце денег, то, соответственно, за этот месяц вас комиссия не берется. Я считаю, это очень справедливо. Дальше ставите галочки, я подтверждаю, что изучил расценки. Кстати, расценки вы можете посмотреть, вот правила и процедуры, вот на эту кнопочку. То, что на английском, ничего страшного, можете включить перевод, перевести, почитать все, что здесь написано. Я не буду тратить на это время, каждый сможет сделать сам. Дальше я согласен, поскольку иначе вы не сможете пройти дальше. Нажимаем дальше, продолжить. Так, вот здесь обязательно нужно будет проверить все ваши данные, это очень важно, потому что это финансовая информация, и эти данные должны быть корректными, обязательно, все данные. И проверьте все поля, которые помечены звездочкой, чтобы они у вас были заполнены. Вводим дату рождения. Ставим галочку «Я подтверждаю». Название компании вы можете не вносить. Нажимаем «Продолжить». Все, проверка прошла. Вот у нас, видите, стоит автоматом уже русский язык. Я хотел получать уведомления с помощью электронной почты. Я считаю, что эта галочка должна быть включена, чтобы хотя по почте можно было получать новости компании. Уведомление с помощью СМС 10 центов. Ну, смотрите сами. Если хотите, то можете включить одно уведомление 10 центов. Можете не включать. Дальше нажимаем «Продолжить». И вот здесь компания просит ввести transaction PIN. PIN транзакции, он вам нужен для того, чтобы заводить и выводить деньги. Секретный код, который не хранится в браузерах. От 4 до 10 символов. Выбирайте столько знаков, сколько вы сможете запомнить. Главное, чтобы вы запомнили и использовали его дальше. Нажимаем продолжить. Поздравляем, вы успешно создали свой кошелек. Закончить. Так, вот загрузилась наша главная страница рабочая нашего кошелька. И давайте пройдемся по бэк-офису, чтобы посмотреть, как и что здесь работает. Я считаю, что это тоже очень нужно и очень полезно. Вот смотрите. Invoice Payment Options.
Можно пополнять баланс с помощью Kiwi кошелька. И вот наш логотип Kiwi. Ну, просто сердце поет. То, что можно заводить и выводить самые главные деньги, не мучиться с платежными системами, с обменниками, а напрямую вводить на Kiwi кошелек. Как вывести с Kiwi кошелька? Сейчас появится ссылочка небольшая. Я вам покажу, как можно обналичить Kiwi кошелек за небольшие совершенно проценты. Внести денежные средства. Откуда внести деньги? Из банка, можно банковским переводом. Из Kiwi кошелька. Вот я считаю, самый удобный способ. Как он работает? Да все очень понятно. Пополните Kiwi кошелек в терминалах. Кстати, некоторые терминалы берут комиссию при пополнении Kiwi кошелька, некоторые не берут. Посмотрите, обратите внимание. Я считаю, что платить дополнительную комиссию за пополнение кошелька, ну, не совсем разумно. Все, дальше нажимаете «Продолжить». Учтите, что комиссия 6% плюс 1 доллар, то, что вы хотите. Номер Kiwi кошелька – это номер вашего сотового телефона. Вы наверняка об этом знаете. Сумма, выбирайте в чем. Ну, вам нужны доллары, мы же работаем в долларах. От 1 до 450 долларов – это ограничение самой системы на максимально вносимую сумму. Вносите номер телефона, вносите сумму. Дальше вываливаетесь уже… А, вот здесь еще нужно будет ввести пин-код, поставить галочку. Вываливаетесь уже в свой… Называется он, по-моему, да, Kiwi Wallet. Это ваш кошелек. По работе с Kiwi подтверждаете операцию, и деньги списываются с вашего Kiwi кошелька и поступают на баланс компании. Ну, по-моему, замечательная просто возможность. Не нужно мучиться ни с чем. Фантастика. Вот такой замечательный раздел — перевод денежных средств. Перевод, обратите внимание, из кошелька в Kiwi. То есть наоборот. Обратная операция. Когда мы с вами заработаем достаточное количество денег, чтобы можно было их выводить, вот эта операция нам очень всем пригодится. Я думаю, она согреет сердце, душу и кошельки многим из вас. Все, нажимаем дальше продолжить. Также номер телефона, выводимую сумму, пин транзакции, продолжить и все. По срокам ничего не могу сказать, поскольку никто деньги пока не выводил. Я думаю, что это будет сутки, двое суток. Ну, обычно не больше. Компания идет, ну, по всем шагам, я смотрю, что компания идет навстречу нам, партнерам, и старается делать все для нашего удобства. Вы заметили, что появилось на сайте расписание русскоязычных конференций. Стали приходить письма на русском языке о расписании конференций, новости. А вообще, я считаю, что конференции надо посещать просто вот, ну, хотя бы раз-два раза в неделю нужно быть обязательно. И вы, и ваши партнеры, обязательно ваши рефералы, просто приводите их на конференцию. Если человек не живет жизнью чата, если человек не ходит на конференции, то я считаю, человек не работает в проекте. Ну и, соответственно, результат у него будет точно такой же. Спасибо вам за внимание. Всегда рад помочь разобраться в новых интересных вопросах. С вами был Валерий Иванов. Хороших вам денег. Всего хорошего. Пока. Материал оказался полезным и интересным? Нажмите «Мне нравится» прямо под видео. Оставьте объективный комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы в числе первых получить самые свежие видео. Благодарю.